Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Мюзик. Сегодня мы с вами послушаем Tripside feat. Диана Гурцкая, Lady Di Da Da. В общем, это ремиксик от Tripside, который вышел абсолютно неожиданно, буквально недавно. И он, кстати, вышел не совсем далеко спустя Ambient Free End, на который была реакция. Но этот Ambient мне не понравился, а вот это прям уже как бы ремикс, только на что ремикс, понять бы. Не совсем понимаю, потому что я, ну, очевидно, не очень знаю Диану Гурцкую, а вероятнее ни одного ебучего трека не знаю от Дианы Гурцкой. Тем не менее, ну, ремикс. Давайте послушаем, как бы Tripside в ремиксах очень хорош, мы это знаем, никто в этом не сомневается. Но что же все-таки он нам приготовил, как в целом трек звучит, интересно. Да, Tripside потихонечку начинает, так сказать, возвращаться, начинать дропать всякие релизики. Это не может не радовать. Да, хоть какого-то качества он будет дропать, мы уже будем рады. Да, в общем, если что, в вопросе в телеграм-канале этот трек набрал 22%, что на самом деле весомо. Весомо, да. Спасибо всем, кто голосует. Если вы тоже хотите проголосовать в следующий раз, то ссылочка на ТГ есть в описании, так же, как и на Twitch. На Твиче вы можете пообщаться с ребятами, ну и в целом кайфануть от происходящего. Да. В общем, let's go. Больше говорить мне нечего, потому что я абсолютно не знаю оригинал, я его даже не нашел. Гениуса тоже нет. Я вообще... Какая-то непонятная история с этим треком. Как-то и какого-то не было этого. Как его зовут-то, блядь? Никакой промо не было, вообще нихуя не было. Странно очень все вышло. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что это такое. Let's go. Нихуя себе. Окей. А, это типа трек «Нежная». Бля, прикольно как-то звучит. В целом, блядь, какой-то думерский вайп, нахуй. Чё, Tripside тоже начал ремиксы продавать? Да хуй знает, видимо. Звучит как трек из нулевых, который диджей Силас продил. Да, да-да-да, согласен. Ну прям клубняк, слушайте, на самом деле, вот для клубов всяких вот этих, для нулевых, это прям разъёб был бы, нахуй, прям полный. Tripside вспомнил молодость, нахуй. Бля, блин. Бля, я не знаю, что говорить. Какой-то думерский вайб, вот реально нулевых, в клубах взять, типа... Вот этот мужик, блядь, какой-нибудь подходит бабе такой, начинает танцевать, и они такие: «Ой, играй гармон!» И начинает, нахуй. Но что-то в этом есть. Я вообще такое как бы репетить точно не собираюсь. Но в этом что-то есть. И кому-то это может зайти спокойно, потому что Tripside сделал в целом хорошо. Трек какой-то, блядь, какой-то, ну, сам в целом оригинал, мне кажется, странный. И это не мое, поэтому хоть кто бы тут ремикс не делал, я думаю... Я бы это слушать не стал, я думаю, потому что сам текст, сам вот эта вот подача, вот эта максимально попсовая, максимально, как только можно, вот этот думерский вайб, блядь, нулевых попса, вот максимально мне не нравится, просто мало того, что мне старые треки не нравятся, так еще и старая попса, это просто отдельный вид, блядь, нахуй, ну прям пиздец, я такое ненавижу. А тут на это ремикс и... Ну звучит прикольно, звучит прикольно. Как это репитить на серьезе, я не знаю, честно.
Трипсайт, ждем возвращения, ждем какого-то нового, уже прям годного материала. Потому что то, что мы видим, это не соответствует качеству. Ебать, у него тут нахуй 54-24. ESDD, я так понял, понравился людям. Прикольно. Вот тут, конечно, нахуй, да. У него тут нахуй, нахуй, у него тут нахуй. У него с Вайтпанком был ремикс даже. И мое там, пиздец, жестко. Эмбиент охуенный был, ты просто фрик. Да нет, эмбиент был так-то хороший, но мы имеем в виду, я имею в виду, что нужно что-то прям, что-то вот, что прям мощное, чтобы вот прям мы видели, опа, трипсайт. И все. Эмбиент на это не годится. Самый дефолтный обычный эмбиент, но он нормальный был, не знаю. Ничего такого не вижу в этом треке. В общем, странно. Пока что вот то, что два релиза от Трипсайда меня оба не удивляют. Но это печальная история. Ему нужно просто с Ризой работать. Ну, как будто Трипсайд уже... Трипсайд и Риза разошлись немножечко. Не в плане даже как общения, а в плане музыки. Я думаю, поэтому нет. С Пикси можно поработать спокойно. Они еще недалеко друг от друга ушли. Но я думаю, что Пикси даже будут уже повыше, чем Трипсайд. Подожди, но он же не ливал? Подожди, Трипсайд, он же в Пикси еще, нет? Или он ливал? Потому что мне казалось, что он ливал. Но я так понял, не ливал. Вот он тут. Но я думал, он ливнул, кстати. А он не ливнул. Почему бы я бы хотел слышать Ризу на клубнике на левую? Да, блядь, это что вообще, нахуй? Я понимаю, что ты рофлишь, но, блядь, это прям даже страшно слушать. Ну уже, блядь, в техика. Бля. Сейчас, нахуй, заходим в Genius Artist Page, он реально там. Чекайте, клянусь. Не понял. Как я тут оказался? Это пиздец. Смотрите. Show songs. Техика. Чекайте. Нет, ладно. Ладно. В любом случае. Спасибо большое Трипсайду. Будем ждать новых релизов. Надеюсь, будет уже скоро годная и качественная работа. Ждем с нетерпением. Пока что имеем, что имеем. Спасибо в любом случае вообще за какой-то материал. А то был что-то АФК вообще жестко. И наконец-то хоть что-то выходит. Я рад. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty. Все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.